Целая вечность прошла после ужасающего така вторника. Наша жизнь превратилась в хаос. И эта новая жизнь ужесточила и закалила всех. Два кофе, пожалуйста. Один черный и один с капелюшечкой, молока и 25 сахарков. Ну, или почти всех. Доброе утро! Привет, киборги! Привет, малыши из канализации! Эммет, перестань уже притворяться, что все прекрасно. Это не так. Да, я знаю. Потому я выработал ультражесткую версию себя. Супергробую и... Смотри, падающая звездочка, загадай желание! О, нет. Это что-то новенькое. Что у них на уме? Не знаю, но музыка очень крутая. Ой-ой. Приветик! Бежим! Они будто предвидят наши действия. Странно, да? Эммет! Что? Приведите мне самого яростного воина. Этот парень особенный. И это, по-вашему, воин? Ну, вообще-то, это я воевала, но... Значит, ты яростно сражалась и сделала всю работу, а бесполезный чувак оказался главным? Ну, как бы... Люся! Эммет! Нет! Крепче держись корешками, Костик. Летим спасать Люсю! Ну и всех остальных, кого взяли в плен. Узрите, подруженская система. Никаких вау! Не подавайте виду, что это впечатляет. Это еще хуже! Хватит!